О том, что летом нужно обязательно съездить на море, знают все. Но помимо этого есть еще действенные способы, как сделать это время года запоминающимися. Итак, какие же дела нужно внести в свой план на лето? Летом выпадает отличная возможность окунуться в цветочный мир. Синие, красные, желтые. Прогуляйся по тропинкам и полянам, и ты увидишь, какая красота окружает нас. Полевые цветы особенные. Они отличаются от тех, что продают в магазинах. Ими можно не только любоваться, но и с их помощью лечить многие болезни. Летом, в отличие от других времен года, можно рисовать не только в тетрадках, на альбомных листах или окнах, но и на асфальте. Так почему бы не воспользоваться этим? Попробуй нарисовать мелками свой автопортрет и гарантированно поднимешь себе настроение. Отправляясь со своим младшим братом или сестрой на прогулку в песочницу, можно устроить небольшое соревнование песчаных замков. К примеру, у кого замок выше или красивее. Весь год твои ракетки для бадминтона ждали этого времени, так что вперед, обыграть всех своих друзей и завоевать титул чемпиона двора. Вдоволь попрыгать на батуте. Это не только весело, но и полезно. Прыжки на батуте дарят самые позитивные эмоции, тренируют все группы мышц и развивают координацию. Пункт выполнить проще всего. Выбери тихое место в тени или на солнце и просто посиди с другом на траве. Так наслаждаться пребыванием на свежем воздухе гораздо интереснее. А еще хватит держать свои ноги в заперти. Ходить босиком по траве тоже очень здорово. И делать это можно только летом, так что не теряй время даром.